Всем привет, с вами Левис, мы продолжаем играть в Майнкрафт, это время хардкора 10 серия. Да, сегодня мы много чего сделаем, да, отправимся в изумрудное измерение наконец-таки, и как бы давайте начинать. Теперь что хочу показать, что сделал за кадром, а именно, видите, поменял здесь блоки, вместо обычной травы заменил на из другого изменения, да, голубого, да, я, честно, уже не помню, как оно называется, просто заменил, потому что так красивее, даже на мини-карте это видно. Сделал вот такой вот мостик, да, вот он, в принципе, чтобы там тоже можно было проходить, потому что в округе, по идее, уже можно считать, что это моя база постепенно становится. Крафтил яблоки, сделал вот сердечко, у меня было 10 фрагментов, броню уже в инвентарь все выложил. Давайте я покажу, что я вообще сделал, да, не все еще. И, видите, у него есть теперь энергия, да. Я с помощью ритуалов теперь могу заряжать книгу эту, да, видите, какой-то дым из курицы выходит. Я ее убиваю, так не ту убил, вот эту убью сейчас, и видите, немножечко энергии станет здесь больше, вот вообще 410. Итак, у нас есть еще метка портала 3, да, который также забыл рассказать и показать в прошлой серии. Давайте, в принципе, его убьем, эту метку теперь. Вот так вот выглядит это изменение, только портал очень реально странный. Вот так вот оно выглядит, в принципе, достаточно стрёмно, да. Какое-то такое ровное все, да, как будто на бедроке каком-то стою, хотя, видите, сверху здесь какие-то горы, то есть в миг как будто бы перевернут. Да, это интересно. Но это уже в следующий раз, где у нас портал, я его вообще не вижу, а вот он. Хорошо, вот здесь, кстати, портал нормальный, я вот здесь, видите, какой-то сломанный. Сейчас у нас плюс одно сердечко появляется. Мы питаться должны, кстати, этими яблоками, чтобы ХП у меня восстанавливались. А так они восстанавливаться не будут. Вот, видите, у нас желтое сердечко появилось. Отлично. Фух, все, погнали. Я правда не знаю, что там будет. Это Эмеральд мод, типа просто мод на изумрудные вещи. Раньше даже не знал то, что есть портал. Для... чего? Это обычный миг. Ой, я, кстати, уже на карте вижу то, что здесь одни грибы и деревья. Видите, да? Лаву вижу и воду. Хорошо, но это просто грибной мир. Но чем он отличается от обычного мира? А фиг его знает. Честно, не знаю. Да. Так, интересно. Давайте я все-таки одену тогда броню скорости, так сказать, да? Вот эту изумрудную. Я думал то, что здесь будут опасные мобы какие-то. Ну хотя, блин, кто сказал? Это же мод же небольшой, это просто на изумрудные вещи. Ну, скорее всего, здесь будет много изумрудов под землей. Или камень из изумрудов будет. Я честно думал то, что измерение будет круче. Я думал то, что здесь что-то будет вообще другое. Но хотя, я так понимаю то, что оно и так необычное. То есть это как бы обычный миг, но здесь одни грибы и деревья. То есть такого биома в обычном крафте, естественно, нету. Так, ну здесь, наверное, все обычно. Да, вижу обычных мобов. Ничего я необычного не вижу, да. Так, убиваем. Я думаю, то, что так намного честнее будет. То есть теперь я смогу просто убивать мобов с 2-3 ударов, как и должно быть, а не с 23, да. Но на самом деле это просто скучно, и как бы, мне кажется, недоработка была моей сборки, а теперь все доработано, и отлично. Да, тут темно, тут очень темно. Так, тихо, половина хп. Кстати, мне умирать нельзя, мне нельзя умирать, потому что если я сейчас умру, то я потеряю эту сердечко, которое я съел. Я не знаю, как это исправить, напишите в комментариях. Так, он очень быстро бегает, надо яблочко съесть. Фух, блин, я испугался, если честно. Иди сюда, иди сюда. Это кто? Это зомби или скелет? А, скелет. Отлично. Давай. Постепенно. Сколько у него хп? Боюсь, конечно, подходить так. Я сдох. Опа! А я заспавнился в этом мире. И, кстати, я портала не вижу. Вот это... блин! Вот это, конечно, мне не нравится. Только не говорите то, что я сейчас не попаду назад в свой мир. Твою ж мать. Итак, что вообще произошло сейчас? Я потерял портал, да, и как бы потом я еще подумал то, что он вообще, может быть, исчез там, или он, его вообще не было, то есть я вообще забыл про то, что он был. Пытался с помощью Незах Мира вернуться, да, то есть я построил портал в креативе, попробовал так, пробовал еще изумрудный портал построить, но ничего не получалось.
С помощью Eternal Isles я смог вернуться домой, то есть там тоже порталы поставил, вернулся и потом вернулся в один мир, который я еще не был никогда. Случайно потом я из него попал в тот мир, в который мы сегодня отправлялись. Ну и все, да, то есть и я смог вернуться домой. И как бы на самом деле я правда думал то, что в этом мире какие-то измуды будут. Но на самом деле даже круто то, что это обычный мир. Уровень. Охрененно, вообще, вот просто лучшее зачарование, блин, эффективность, 4 уровня мне осталось. Я просто рад, очень сильно, вы просто посмотрите, у меня один уровень, первый уровень, и я не могу гёбаную остроту выбить, хотя бы один, блин. Ну, мне везет, да, прям видно, как хорошо мне везет. Ну ладно, пофигу. Это уже тогда не так страшно. Лучше тогда на прокачку, наверное, все-таки. Да блин, я не на ту кнопку нажимаю. Лучше тогда на прокачку, только я это слишком поздно понял. Ну вот только совсем чуть-чуть. Давайте отправимся в этот мир, в портал 3. Вот это мы закроем и тебя закроем. Телепортируемся. Едим яблоко или не едим. Давайте использовать вот эту броню новую. Потому что зачем я ее крафтил тогда. Да, броня плюс силу дает еще, поэтому отлично. Жалко то, что нету второй руки, к сожалению, да. Кстати, забыл сказать про броню Крипера. Family Creepers, то есть, видите, вот такие вот есть у нас броня Криперов, да, я так понимаю. А, это маска просто, да. То есть, вот, видите, маска, сама броня вот так вот крафтится. Опа. Охренеть их количество. А-а-а, тихо, ёпта. Слышишь, ты тварь, я тебе лицо сломаю сейчас. 18 урона, на-на-на-на-на. А, собака, собака, это что такое, это что такое? Я по 100 хп им отнимаю, по 27, что такое? Подождите, 26 там было. Это что за нечистая сила? Подождите, я не понимаю, это какой-то страшный миг, ну его нафиг. Тихо, 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 тихо. Так, надо бежать, вот, факел, давай. Давай, а как он поставится так странно? Ладно, давайте. Валим, 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 валим. Что за странный миг? Смотрите, они хп теряют. Оранжевый цвет, типа, они хп теряют, наоборот. Или восстанавливаются, непонятно. Чё за... Они умирают? Чего? Меня телепортнуло, что ли? Походу, да. Ну-ка. Сколько я от портала нахожусь? Я метку забыл поставить. Ну ты дебил. Я как на том портале изумрудном забыл метку поставить, кстати, забыл сказать. Я на этом тоже забыл метку поставить. Я самый гениальный человек на свете, блин. Надеюсь, если меня убьют, то тогда со мной все хорошо будет. Давайте, пацаны, убивайте. Я сзади вас стою. Давайте. Ай, блин! А что так локо? Не вылетай, Майнкрафт, пожалуйста. Это что? What the fuck is this? Это что было сейчас? На экране белая точка какая-то. Этого я не понял, конечно. Да. Давайте напишем, я не знаю, портал. Портал... порталу, отлично. И смерть у нас появилась, 200 метров. То есть нас тут еще телепортировать умеют. Хорошо. Это, конечно, не очень хорошо, с одной стороны. А с другой, в принципе, тоже не страшно. Так, это что такое вообще? Я нифига не вижу, я правда, я очень плохо вижу. Мне надо, если я сейчас умру, обязательно... Что это такое? Black мухомор. То есть это какой-то черный мухомор. Блоки мухомора, непонятная какая-то хрень. Ладно. Вот этих пацанов прям дофига. Откуда вы бьетесь, я не понимаю. И как я вам такой урон наношу? Это моя броня суперская или что? Вот это надо узнать, конечно. О, кстати, какие-то гемы выпали. Гемы какие-то из них выпадают. Это отлично, это круто. Так, отлично. Опа, опа, тебя кихой надо валить. Это не надо забывать. Ну и как всегда, фигово туча. И, по-моему, они меня отправляют в другое место, телепортируют. Из них, кстати, глаза выпадают. Это тоже очень круто. Да. Ну, они же называются плачущий ангел. Вот и слезы Гаста почему-то выпадают. А, нет, это слезы ангела. Нифига себе. Тихо, тихо, тихо. Офигеть, я хп им наношу. Может быть, это правда броня дает такой урон? Но они мне по одному сердечку или даже меньше дамажут. Да-да-да. По 60 хп, ну это охренеть можно. По 30, по 60, по 50, это вообще... Это гигантский урон на данный момент. Так, не фигня. Мне нужен какой-нибудь нормальный моб. Ну-ка ты, например. Вот, это броня! Охренеть! Подожди.
Подожди, я отбегаю, сейчас был. Блин. Ать. Да блин, убили. Твою мать. Так, тихо, все, уходим. Давайте нам в портал сразу, в наше изменение. Точнее, в это изменение входим, да, отлично. Я ничего не понимаю, что происходит. Во-первых, очень темно, правда. Вот это что такое? Вот это что за... Это с курсом что-то или что? Увидите вот этот белый? Ну это баг какой-то, да. Я могу смотреть через него. Это, ребята, уже баги, походу, пошли. Это что? Это что такое? Это законно? Это не броня. Это что за сердечко такое странное? Не понял я вас. Алло. До свидания. Что это за сердечко, я не понимаю. Это какая-то... я не знаю, энергия моя или что. Я, может быть, стрелять могу, я не знаю, да? Но стрелять я не могу. Так, лагает, кстати. Ой-ой-ой. Меня телепортнуло куда-то опять. Я только... Я черноту вижу. А, да. Это блоки, я уже подумал. У нас теперь какие-то гемы есть, скорее всего, это для торговли. Но я где-то наверху появился. Я не понимаю вообще, что происходит. Давайте использовать команду kill тогда. Я просто вообще не понимаю, что реально за бред. Если знаете, то как бы... Ну, скорее всего, это, кстати, специально. Потому что, смотрите, у меня же здесь нормальный курсор. Это явно не баг, наверное. А может быть и баги какие-то, не знаю. Ладно, это очень странно. Это очень странная серия. Это правда очень странная серия. Я всё время забываю факела забрать. Давайте мы все-таки вернемся домой. Ай-яй, чуть не упал. Домой. То есть без света там вообще делать нечего. Это я уже точно понял. Возьмем уголь. Так, где у нас много угля было? У тебя возьму, два уголька оставлю. Картошку возьму. И сделаю стак факелов. Стак факелов или факелов, потому что это правда очень важно. Это очень важно. Вот, отлично. Вот здесь у нас будет свет. Ну, изменение, конечно, темное. И очень непонятно, что здесь вообще происходит. То есть здесь, видите, какая-то Deep Blooms. Какой-то кристалл. А, это мой меч. Я понял. Я только сейчас понял то, что поджигает же меч. Я правда про это забыл. Это хорошо. Он поджигает, это тоже лишний урон, как бы. Ай-яй-яй-яй-яй! Блин, убили опять. Итак, что хочу еще сделать? Я не знаю, я не вижу смысла пока что в тот биом идти. Вот у нас остался вот от этого изменения вот эта единственная вещь. Да. Все, что осталось, да, вы что хотели? Все! Отлично! Один предмет принес из этого самого. И вот это, кстати, еще принес. Да, ну можно в ад, кстати, сходить, потому что там, по идее, сейчас не будет никаких этих самых... Что это? Как-то странно затемнело. А! О-о! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Полегче-полегче, пацаны! Кстати, надо шейдеры, наверное, иногда вырубать, потому что не сильно удобно. Да, видите, какой я прям белый весь, красивый. Ай-яй-яй! Музон сошел! Тихо-т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 ихо! Надо поесть сразу яблоко. Очень жестко. То есть вообще, такого я вообще не думал, то, что будет в сборке. Вакханалия долбанная, блин. Ладно, у нас, кстати, есть крылья. Я сейчас могу найти данж. По идее, у нас есть метка. Куда все метки подевались? Вот здесь 100% были метки. Хотя здесь, наверное, только смертей метки были. Не помню, честно. Но были метки, точно. Это не может быть, чтоб не было. Ну ладно. Так, давай, иди сюда. Иди сюда, ёпта. А, блин, зачем я на него напал, кто-нибудь скажет? Он же нормальный был. Он на меня не агрился в воде. Ну ладно, да. Пишите в комментариях, как вы вообще шейдеры эти, да? Потому что, на самом деле, может быть, это из-за них очень темно. Вот, допустим, вот так вот сейчас сделаю. Ну, конечно, выглядит все очень, блин, стрёмно, конечно, да? Но все-таки, да. Я просто к шейдерам уже привык играть. Да, немножечко. Я уже и на новых версиях с ними играю, поэтому, видите, немножечко непривычно. Вот здесь, кстати, мы были. Давайте крылья используем. Только в воздухе, конечно, будет тратиться прочность. А, вот сюда можно. Отлично, залетел. Вот здесь мы, помните, убивали мобов. Но теперь у них не так уж и много хп. Ага! По 200 хп, действительно, не так уж и много. Действительно. Так, минус один. Хорошо.
Я правда думал, что здесь все зашибись будет. Так, до свидания. Факела поставлю. Давай, 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 давай. Тихо, тихо. Очень странная сея. Повторяю вам. Это очень странная сея. Страней не бывает. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, 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 два, 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 два. Есть. Еще один, тихо, тихо. Так, надо вот такую броню. Ай-яй. Мне нужно что-то от огня. Мне нужна какая-то огнестойкость. Кстати, это можно сделать. У нас есть две блейз-палки. Я не знаю, зачем я это сделал, правда. Если так подумать логически. Но, наверное, зачем-то. Наверное, да? Зачем я вообще сюда пришел? Кто-нибудь скажет. Можно метку данжа, кстати, поставить. Данж. Данж. Данж, чтобы было понятно, да. Кстати, в аду тоже есть порталы всякие разные из изменений. Internal Islas, поэтому нам сюда и надо будет попутешествовать. Ай-яй-яй! Тихо! Тихо-тихо-тихо. Очень странная и паникующая сея. Я реально, я просто не знаю, что происходит здесь. Кстати, забыл сказать о том, то, что уже год летсплею наконец-таки. Точнее, не то, что наконец-таки, а просто уже год прошел целый, да, с этим летсплеем. И как бы это реально круто, с одной стороны, потому что, как бы, хоть и прошло всего 10 серий, но реально уже, как бы, целый год я снимаю этот летсплей, да. Но, как бы, сейчас буду снимать еще чаще, я думаю, то, что еще серии 15 я буду снимать на этом, на этой сборочке, да, по время хардкора, и, как бы, будет все тип-топ, все круто. Ну-ка, смотрите, вот такая вот броня синяя, синяя-желтая, да? Сапфиры. Кстати, мы можем попробовать ее скрафтить, потому что вот такие вот у нас кристаллы есть. Почему-то они, кстати, очень странно подписаны. Да, это, конечно, правда странно. Какая-то кожа необычная. Отлично. Ну, надо, короче, путешествовать пока что, что я могу сказать единственное, да? Джайды какие-то. Вот это я мог, кстати, скрафтить. Виджер Леггинс. То есть это получается Визер Леггинс, что ли? Или что? Вот, вот такие слитки можно найти. Вот такие тоже в обычном мире. И еще одно вспомнил, что я уже, наверное, сей 3 или 4 просто, вот правда не помню. Вот все время забываю про это рассказать. То, что в небе есть какой-то тоже портал, да. Который сейчас должен появиться. Или вот там он находится. Не помню, честно, да. А, вот он, отлично. Это данж или портал? Ну-ка. Это данж. Серьезно? Вы что, издеваетесь? Блин, в смысле? Нет, 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 нет. Это просто... Дерьмо! Вот это было неожиданно, конечно. Я правда... Я офигел. Я думал то, что все, типа, охренеть. У меня закончились крылья. Вот, отлично, вот, вот, вот. Давай быстро, 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 быстро. Только давай поменьше прочности трать, потому что лучше много прочности, правда, не тратить. То есть, видите, уже 3000 осталось, она очень быстро тратится. Уже 2900. Так, тихо, отлично, сундук. Ну, как бы я думал, то, что здесь какой-то портал может быть. Ну, как бы это подстава на самом деле. Ну, ладно. Мы конец 7 серии. Кстати, мы... Вот там тоже есть данжи, которых я хотел показать. А я сюда телепахнусь или нет? Или... А! Тихо! Тихо, тихо, тихо. Ага, телепахнулся. Вот, в принципе, вот этот данж. Ну, он такой себе, конечно. В принципе, на крылья теперь их можно, ну, тратиться спокойно. То есть у меня теперь ресурсы на них вполне хватает. Спавнеры и куриц, и коров. То есть теперь спокойно можно их крафтить. Это просто какая-то вышка и все. Ничего особого, как оказалось. Но это даже не все. Я вижу лаки-блок, кстати, но я его ломать не буду. Смотрите. Еще. Новые места. Новый данж с боссом. Данж. Давайте сюда телепахнемся. Я просто хочу все сегодня показать, что помню. Вроде как вообще все сегодня покажу. Так, мастер зомбис. Мне это уже не нравится. Я видел сейчас наверху. Ай-яй-яй! Тихо! Я так умирать не хочу. Грибной портал, он нам не нужен. Новые места, пещера, портал 2. Сюда тоже можно телепортнуться. Это какой портал 2? А, это вот этот, да? Вот этот мир. Помните, думаю? Да, конечно, помните. 100%, да? Отлично. Ага, вот этот портал, да? Отлично. Да, кстати, правда, напишите. Вам вообще нравится с шейдерами? Я сейчас, кстати, записываю с другими шейдерами, которые как раз в прошлой серии показал, да? Так, надо что-то чем-то активировать. Так, тихо, тихо, что-то на меня все налетели.
Вот это мне не нравится уже, да. Отлично. Так, бежим. Но в этом мире особо ничего нету. Это что такое? Такого не было. Коровы не было, кстати, раньше. Тихо. Пожалуйста, не умирай. Умирать не хочется. Так, вот это магнитная херня. Блин, сегодня прям куча изменений в одном видео. 3 изменения чисто. Конечно, очень странное видео получается, но все-таки я думаю, то, что это надо заснять и показать вам. Это, кстати, мирная корова. А, ёпта! Тихо, блин, я испугался коровы, а потом еще испугался вдвойне, потому что увидел какого-то сикера, блин. Так, отлично, обсидиан, новые места. Новые места — это просто природа, да? Где я мог бы поселиться. Да. Так, это слон, видите? А! Да чтоб тебя, чё так боюсь-то сегодня? Хватит меня пугать, правда уже, надоело. Мопс Эбисталкрафт, ну-ка. Вот это хотел показать, значит. Тихо. Это что? А, это биом Эбисталкрафта, кстати. Отлично. Давайте я все-таки шейдер отрублю, потому что вообще темно, нифига не понимаю. Вот так, конечно, намного лучше. Даже факела особо не нужны. Так. Здесь у нас животные. Вот здесь, скорее всего, руда всякая должна спавниться, да? И так далее, да. Так, зомби, до свидания. Почему у вас так много хп? Почему у них 82 хп? У них же раньше по 20 было. Вот это мне тоже не сильно нравится. Кстати, вот еще. У свиней, видите, хп будет, например, вот 128 вообще, да? Раньше же у меня мод на шкалу стоял в сложности. И теперь у них у всех по 10 хп, потому что я удалил этот мод. Да, вот как раз мобы из Эбисталкрафта. Опа, какая-то плоть из них выпадает. Они еще что-то мне говорят. Это роботы какие-то или что? Непонятно. Они прикольные, кстати. У них прикольная такая моделька. Они прям страшные! Чисто, осторожно. Чисто осторожно, окей. Отлично сказал, блин. Кто меня убил? Скажите, пожалуйста, кто меня вальнул опять? Я не понимать! Это что такое? Так, это какой-то опасный зомби, его надо убить. Опасно. 27-й уровень у меня уже, офигеть можно. Это как так-то вообще? У меня еще сбросились эффекты, я зачаровал немножко меч сегодня. На 2 уровня, ну ладно, сейчас на 15-й. Хорошо, ладно, погнали дальше. Блин, я прям паникую. Меня постоянно здесь, короче, убивают, не вижу смысла здесь находиться, да. Это очень странная серия получилась. В любом случае, я не знаю, сколько я сказал слово «страны» и «охренеть», и вообще что за херня, вообще, блин, вы поняли, да? Охренеть. Да. Я просто, я уже разучился комментировать нормально. Броня наполовину сломалась. Это жесть какая-то сегодня получилась. Следующей серии, я думаю, надо искать какое-то новое оружие, какие-то пушки вот такие вот, да, потому что все-таки... Я думаю, то, что это реально очень будет круто, если я найду какие-то пушки. Вот, я сейчас нажимаю, пытаюсь найти рецепт. Нужна какая-то другая пушка. Но это из мобов надо все искать, чтобы из них выпадало все, да? То есть их надо убивать и все. Наверное, надо сделать, кстати, что-нибудь подземное, какую-нибудь пещеру, да? Как делают всякие другие люди, то есть также берут, копают, да, делают пещеру внизу. И там спавнятся всякие мобы вот эти, да, из этих модов. И ты их убиваешь, и получаешь всякие оружия, там, руды и так далее. Ладно, в принципе, на этом все. Всем спасибо, всем пока и удачи. И увидимся в следующих видео. Пока-пока. Удачи. Пока-пока. Все, да. Увидимся снова. Скоро, да.